Композиция «Художественное слово». Гартман. Белое покрывало. На сцене Алена Зайчикова. Вороны жадные слетятся, и над опальной головой голодный рой и станет драться. Но граф тихонько в углу сыром заснул спокойным детским сном. Поутру грустно мать лаская, он говорил: «Прощай, родная, и у тебя дитя одно, а мне так скоро суждено расстаться с жизнью молодою. Я вихрю бит не знал боязни, я не дрожал в дыму, в огне, но завтра при позорной казни дрожать, как лист, придется мне. Мать, говори на утешай, не бойся, не дрожи, родной. Я во дворец пойду, рыдая, слезами, воплем и мольбой я сердце разбужу на троне. И поутру, как поведут тебя на площадь, встану тут, у места казни, на балконе. Коль в черном платье буду я, знай, неизбежна смерть твоя, но шагом смелым пойдешь навстречу ты судьбе, ведь кровь венгерская в тебе. Но если в покрывале белом меня увидишь над толпой, знай, вымолила я слезами пощады жизни молодой. Пусть будешь схвачен палачами, не бойся, не дрожи, родной. И граф тихо, мирно спится, и до утра он будет спать. Ему все на балконе мать под белым покрывалом снится. Гудит набат, бежит народ, и тихо улица идет, угрюмый стражей окружен. На площадь граф приговоренный, все окна настежь. Сколько глаз его слезами провожали, и сколько женских рук бросали ему цветы в последний раз. Граф ничего не замечает. Вперед на площадь он глядит. Там, на балконе, мать стоит спокойно в покрывале белом. И заиграло сердце в нем, и к месту казни шагом смелым пошел с радостным лицом. Ступил на полость с палачом, и ясен к петле поднимался, и в самой петле улыбался. Зачем же бела мать была? О, ложь святая! Так могла солгать лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью.
Алена Зайчикова.